Друзья, всем привет! Для того, чтобы увеличить свои продажи и продавать игрушки по 30 рублей, нам нужно, самое главное, это сам монетоприемник, который идет на 10 рублей. Не на 20 рублей, а именно на 10, так как 20-рублевые монетоприемники нельзя модернизировать. Дальше, нам понадобится сама колба, с которой мы будем проводить манипуляции. Получается, в самой колбе мы откручиваем крайние 4 болтика, снимаем колбу, и внутри у нас вот такой механизм. Вот он. Получается, здесь что нам нужно будет сделать? Получается, вот мы видим вот эти три отверстия, нам нужно будет установить вот такие кольца. Два кольца нам вот таких нужно будет, ограничители. Они нужны для того, чтобы, к примеру, маленькие какие-то там конфеты, жвачки выпадали по одной штуке, не по два, а по одной. Вот эти ограничители, нам понадобится их два штуки, и мы засовываем их вот в эти отверстия. Они достаточно большие по размерам, вот эти колечки, они практически такие же по диаметрам, как и вот эти отверстия, поэтому, чтобы лучше входило, лучше вот эти вот части смазать. После того, как мы вот эти вот оденем, два кольца, одно отверстие у нас получается остается без вот этого, без вот этой части. И это то отверстие, через которое у нас будут выпадать игрушки. Как это будет выглядеть? Получается, вот таким образом настраиваем. Вот оно у нас, вот это отверстие, через которое выпадает игрушка. Если мы наблюдаем, вот у нас получается первая заглушка. Вторая заглушка. Отсюда не будут игрушки выпадать. Потому что здесь отверстие маленькое. Получается, выставляем таким образом, чтобы у нас вот это отверстие было самое главное, через которое будет все выпадать. А теперь давайте проверять, как это все в действии будет. Устанавливаем колбу, которую мы только что модернизировали. И засыпаем немного игрушек. Сразу показываю то, что нету здесь никаких игрушек. Первая десятка игрушки нету. Вторая десятка тоже игрушек нету. И вот сейчас вот как раз нам выпадет с третьей десятки первая игрушка. Все. Сейчас еще раз проверим таким же образом. Первая. Вторая нету. И третья. Все. Таким, друзья, нехитрым способом можно увеличить свои продажи. Всего лишь засунуть два колечка в самой колбе. И все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.